Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, мы продолжаем интервью с пастором Раджи с Цейлона. Сегодня он расскажет о том, как на этот остров пришли первые христиане. Да, христиане были из англичан время. Давным-давно были. Они, когда приехали, они строили католический храм. И били, когда Шри-Ланка руководили. Это время много город взяли себе. И строили католический храм в Шри-Ланке. И поэтому они все равно католически Иисуса Христа верили они. И поэтому такой образом давным-давно Евангелие пришло так образом в Шри-Ланку. Буддийский народ все равно католические народы принимали. Потому что они религиозный народ. Религия принимает. Поэтому они принимали. Они на 50 лет то есть они были здесь. Церковь была. Это называется AOG. Это Assembly of God. Assembly of God церковь был на 50 лет. Это время парламент принимали Assembly of God церковь. Регистрировали. И поэтому через это харизматически пришли. Такой образ.